Фантастическим футболом назвал игрок красноярского Енисея и чеченского Ахмата наставник нашей команды Дмитрий Оленичев. Накануне его подопечные в 1/16 финала Кубка России одолели соперника из Грозного с разгромным счетом 3-0. И это несмотря на разницу в классе. Ахмат выступает в премьер-лиге. Игра получилась напряженной. Енисей сразу же завладел инициативой. Первый мяч красноярцы забили уже на 35-й минуте. Никита Чичерин дальним ударом вывел Енисей вперед. На перерыв команды ушли со счетом 1-0 на 62-й. В 2-й минуте красно-синие провели вторую успешную атаку. Александр Кузин забил угловой. Спустя 9 минут счет стал разгромным. Победный мяч в ворота гостей направил Алексей Исаев. Попытки Ахмата отыграться оказались безрезультатными. Теперь красноярцы продолжат борьбу в 1/8 финала Кубка страны. Хочу поздравить Енисей с хорошей игрой и победой. В первую очередь, и, конечно, то, что мы проиграли, это целиком полностью наша вина, всей команды. И я думаю, что в первую очередь из-за того, что мы не отвечали тем скоростям, которые нам предложил Енисей в первую очередь. Мои ребята, конечно, показали на фоне сильного соперника, на фоне команды премьер-лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол. И по результату, конечно же, всех впечатлило. Это и меня, и, надеюсь, и вас, и, конечно же, наших болельщиков. Ну и, конечно, футбол показали сегодня очень-очень сильный. Порадовало то, что ребята не испугались такого грозного соперника, как Ахмат.